пролетите мне сквозь него. Я вот сейчас это сделаю. Дорогой Билли, пристегнись-ка покрепче. Вызываю борт 3, курс 090. Обратно прием 118-15. Главный борт, всем бортам! Включите инерциальную навигацию. И вспомните историю об Икаре, которому отец смастерил крылья и склеил их мозгом. Он велел Икару не подлетать близко к солнцу. Но тот так радовался полету, что поднимался все выше и выше, пока солнце не растопило мозг в его крыльях. И он упал в море. Армия США не какой-то безответственный отец. Она смастерила нам крылья методом холодного проката из отменной пенсильванской стали. Таким крыльям все нипочем. Плавно начинаем снижение.